берем ленту шириной 5 сантиметров и отрезаем квадрат. Отрезаем квадрат. Берем белую ленту шириной 4 сантиметра и отрезаем квадрат. Делаем лепесток. Берем квадрат, складываем в треугольник. Примяли. Берем второй квадрат, складываем в треугольник. Примяли. Приложили. Берем зажигалку. Подпаливаем уголочек. Прижали. Теперь мы складываем вторую сторону, складываем. Согинаем. Согнули. Голубую подтянули. И краешек один согнули. И второй загнули. Подправили. А теперь мы ножницами обрезаем. Пинцетом берем зажигалку. Подпаиваем и зажимаем. Сделали с вами лепесток.